В одном из городских коллекторов поизыскатели сегодня дворники обнаружили тело мужчины. По словам следователей, оно пролежало там не менее 3 дней. Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили. Сегодня, 13 июня 2013 года, во время уборки территории между домами 41А и 43 по улице изыскателей города Ноябрьска, в коллекторе теплотрассы был обнаружен труп пожилого мужчины без признаков насильственной смерти. Значит, на месте следственным отделом по городу Ноябрьск Следственного комитета Российской Федерации по ЯНАО были проведены неотложные проверочные мероприятия, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят труп мужчины по внешнему виду. Это бомж. При визуальном его осмотре следов телесных повреждений установлено следователем не было. Значит, для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг города Ноябрьска, где по результатам исследования будет известна причина смерти.